Теперь сделать садовые дорожки своими руками просто и доступно каждому. Представляем форму «Садовая дорожка». С ее помощью вы оформите подход к дому, к беседке, к бане. Сделайте парковочное место для автомобиля или площадку для барбекю. Это обойдется совсем недорого, но принесет массу положительных эмоций. Именно поэтому форма «Садовая дорожка» пользуется таким спросом. Форма «Садовая дорожка» выполнена в виде декоративной опалубки из полимерных сверхпрочных материалов. В одной опалубке 9 ячеек для изготовления декоративных камней, прочных и долговечных. Спешите заказать форму «Садовая дорожка». Вы тоже сможете сделать садовые дорожки своими руками. Для этого выберите место, где требуется дорожка. Установите форму, приготовьте цементный раствор и аккуратно заполните им форму. После застывания форма «Садовая дорожка» легко снимается и просто моется. В результате одной заливки получается 9 камней различных форм и размеров высотой 4 см. Блоки отлично стыкуются между собой. Ровные щели между плитами можно засыпать песком или грунтом с семенами газонной травы. Но и это еще не все. Добавьте в раствор любой краситель. Украсьте дорожку разноцветными камушками, керамическими осколками, да чем угодно, чтобы ваша дорожка стала неповторимой. Это обойдется совсем недорого, но принесет массу положительных эмоций. Спешите заказать форму «Садовая дорожка». Спешите заказать форму «Садовая дорожка». Теперь вам не нужна бригада рабочих. Вы сами, своими руками сможете сделать у себя на даче дорожку любой длины. Просто заливайте раствором эту удобную форму, и первый фрагмент будущей дорожки уже готов. Просто убедитесь в том, чтобы участок, на котором вы хотите сделать свою дорожку, был ровным, так как раствор попадает во все края по контурам, и начинайте заполнять им форму. Далее просто выровняйте поверхность. Подождите, пока раствор немного затвердеет, и можете смело переставлять форму в следующую позицию. Уникальный рисунок позволяет стыковать форму с любой из сторон, что дает вам полную свободу творчества при создании узора на вашем газоне. Как только вы закончите выкладывать, дорожку можно увлажнить. Это сделает ее структуру и поверхность еще крепче, а также уменьшит возможность появления трещин в будущем. С нашей формой дорожку легко будет сделать даже одному человеку. Или займитесь этим всей семьей и получите приятные воспоминания в виде отпечатков ваших детей на садовой дорожке. Украсьте камешками, ну или просто же сделайте ее уникального цвета. Вы можете сделать дорожку любой длины и ширины, даже площадку для барбекю или парковки вашей машины. Все гениальное просто. Заказывайте дорожку прямо сейчас.